Агрохимикаты – это удобрения для растений и почвы. А пестициды – препараты для борьбы с вредителями и болезнями флоры. Россельхознадзор следит за их качеством. В 2023 году служба проверила 66 тысяч тонн пестицидов и более 12 тысяч тонн агрохимикатов. Нарушения выявлены в 229 тоннах. С прошлого года контроль импортных грузов проводят не на пунктах пропуска, а на специальных складах временного хранения, что ускорило процедуру проверок. Важно следить не только за самими препаратами, но и за объемом их использования и соблюдением регламента применения, и задействовать их только на тех культурах, на которых это разрешено. В 2023-м в 845 образцах растительной продукции максимально допустимый уровень остаточных количеств оказался выше нормы, а это уже риск для здоровья человека. Оборот препаратов можно отследить в электронной системе Сатурн. В ней собраны данные по всем компаниям, которые ввозят и используют агрохимикаты и пестициды. А еще Сатурн помогает наладить связь между организациями. С его помощью можно решить проблему гибели пчел из-за применения пестицидов. Только в прошлом году Россельхознадзор рассмотрел 387 жалоб на такие случаи. Почему гибнут пчелы? Потому что не оповещается пчеловод о том, что сейчас будет обработка. А пчеловод не всегда оповещает о том, что вот моя пасека у вас на поле. Мы сейчас дорабатываем нашу систему прослеживаемости пестицидов. И уже сейчас можно в разделе открытых данных Россельхознадзора в ежедневном формате, в онлайн-формате скачивать данные по всем обработкам.